пожалуйста, не заставляй меня. Я могу продолжить учиться на дому. Мне больше нечему тебя учить. И хватит уже припираться. Аднаузом этот вопрос. Что за аднаузом? Ты не знаешь? А этому учат в школе. Доброе утро, мисс Стивенсон! Кто мне скажет, сколько будет 3 + 3? Очевидно же, что 6. Мэри, встань, пожалуйста. Скажи, сколько будет 57 умножить на 135? Ясно. Кто может? 7695. Квадратный корень 87,7. А что значит аднаузом? I listen to the wind of my soul. Ваша племянница одаренная. Я хорошо знакома с директором Академии Окс для одаренных детей. Нет, я обещал сестре, что у Мэри будет обычная жизнь. Она останется здесь. Там какая-то женщина у нашей двери. Это твоя бабушка. Вот же. Это MacBook, дорогая. Зачем ты приехала? Ты не даешь ей раскрыть потенциал. Много ли семилеток знают высшую математику? Вы забыли про отрицательное значение показателя степени. Мэри, почему ты сразу не сказала? Фрэнк запрещает мне поправлять старших. Никто не любит умников. Прошу суд предоставить моему клиенту полную опеку над ребенком. Нет! Ты хочешь сдать девочку в исследовательский центр, где она будет обсуждать математические проблемы со стариками из России до конца своих дней. А ты хоронишь ее будущее. Эвелин, хватит. Я воспитываю ее так, как этого хотела бы Диана. Do you need a reason we should commit treason? Если кто-нибудь заберет мою детку, я тебя придушу во сне. Моя сестра хотела, чтобы у Мэри было детство. Были друзья, чтобы она была счастлива. У вас есть медстраховка? Нет, но вы сидели в тюрьме? Протестую! Чего ты боишься больше всего? Загубить Мэри жизнь. Мэри! Не-а. Командирша. Я в курсе. Он хороший человек. Он любит меня, а не мой IQ.